Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребятка, наши тюльпанчики расцвели почти. Наши тюльпаны, наши красивые низкорослые тюльпанчики. А? Давай ближе подойдем. А так, ты ближе. И там уже жучки лазят по них. Выедают. Эй, смотри. А такой тюльпанчик. Ну, буквально от земли до цветочка буквально 10-15 сантиметров, не больше, ребятки. Ну такая красота. Ну такую красоту. Наши низкорослые тюльпанчики. Тюльпанчики разводятся луковицей. А. Смотри, какая красота. Это гиацинт отцвел. Гиацинтик отцвел. Я их не снимал почему-то. Все времени не хватает. Красота, да, ребят? Я боюсь. Ай. Смотри, какие. Я просто боюсь залазить у цветы на наши тюльпаны. Потому что жена только прополола, будет ругаться. Сегодня 1 мая 2021 года. Ребятка, всех поздравляю с весенним днем, с праздником весны, 1 мая. Мир, труд, май. Когда-то был праздник, настоящий праздник. Все ходили на демонстрацию, гуляли семьями, гуляли соседями, а сейчас. Ну, мы отмечаем, как отмечали, так и отмечаем, 1 мая. Всех с праздником 1 мая. Мир, труд, май. А тюльпанчики красивые. Ай, сейчас я отсюда. Ой-ой-ой. Жена будет ругаться. Смотри, какой красавец, а? Не здесь красавец. Не здесь. Красавец. Ай. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Низкорослые тюльпаны. Пока-пока, ребятка.